9 часов, а потом на скипер. Вам близки, когда с хорошими друзьями приехали. Мои коллеги, Роман Сергеевич, Юлия Сергеевна, заместители, предыдущие. Прошу. Первый ваш визит в должности в Беларусь. Очень надеюсь, несмотря на неблизкое расстояние, что это не последний. Вы очень правильно сказали, если едешь к хорошим людям, то расстояние уменьшается. Я хочу, чтобы вы знали, что вы приехали к самым порядочным и надежным для любого россиянина людям. Поэтому мы будем вас видеть рады всегда с такой же солидной делегацией, как вы прибыли к нам сегодня. Это говорит о том, что вы поставили перед собой большие цели, и должен вам сразу сказать, если вы что-то обнаружите на территории Беларуси выгодное для этого романтического, прекрасного края, мы готовы подключиться и сделать максимум. Географическая отдаленность Камчатки от Беларуси не должна препятствовать решению тех задач, которые мы должны решить, нашей дружбе, сотрудничеству. Я убежден, нам удастся найти возможности, чтобы без лишних посредников выстроить наши отношения. Этим самым мы добьемся того, что продукция, которую мы поставляем туда и обратно, будет намного дешевле. Говоря о перспективных проектах, следует упомянуть о вашей грандиозной задумке по строительству в Охотском море Пензенской приливной электростанции. Определенные компетенции у нас есть. Вы можете уточнить, если мы вам пригодимся в плане проектирования и строительства этого объекта, будем рады принять участие в этом знаковом строительстве. Камчатский край славен своими уникальными морскими богатствами, рыбными богатствами. Наверное, это будет очень правильно и выгодно, если мы попробуем наладить сотрудничество в этой сфере, хотя я очень часто и много бываю и во Владивостоке, и разговаривая с другими должностными лицами, интересовался поставками в Беларусь на это расстояние рыбной продукции. Мне все в один голос говорят, что там можно и добывать, продавать и закупать продукцию где-то поближе. Ну, это известный маршрут, но нам хотелось бы, чтобы мы попробовали все-таки поставлять от вас эту продукцию. У нас в этом плане большой дефицит, поэтому было бы очень выгодно. Если вы не будете против, у нас есть специалисты, которые проработают этот вопрос. Чтобы убрать несколько, как я уже сказал, ненужных посредников, мы готовы также в этом плане работать. С перспективной моделью развития сотрудничества может в этом плане выступить такая проблема, как создание ваших перерабатывающих производств в нашей стране, если это будет выгодно. Можно попробовать. Мы создадим самые благоприятные режимы для работы и поставки вашей продукции в любую точку, куда вам будет выгодно. Особо хочу отметить, что инвестиции добросовестного бизнеса у нас надежно государством защищены. Это вы можете даже не думать и не обсуждать, если вы решите здесь работать. Все будет так, как мы с вами договоримся. В Беларуси существует большая сеть торгово-логистических комплексов, оборудованных всем необходимым, включая подъездные пути, условия хранения, сортировки товаров. К вашим услугам, если в этом будет необходимость. Сами захотите что-то здесь построить, окажем соответствующую поддержку. С учетом ваших планов по увеличению самообеспеченности Камчатки молоком, мясом, мы готовы предоставить нужное оборудование для сельскохозяйственных комплексов, молочно-товарных комплексов. Имеем богатый опыт по созданию производств молочной продукции, в том числе детского питания. Знаю, что это везде в России направление перспективное. Хотел бы обратить ваше внимание и, прежде всего, на туристическую сферу. Камчатский край – это мечта любого путешественника, в том числе и меня. Будучи в Питере, в очередной раз
Владимир Владимирович мне много рассказывал о Камчатке, я его спросил про Чукотку, где он побывал, что, как, и он мне говорит, ну, такой безмолвный, тяжелый край, а вот Камчатка, говорит, это совсем другое, это уникальный край. И вот такая романтическая картина у меня перед глазами, и я все планирую как-то посмотреть на этот край, он меня все время приглашает, говорит, вот на Алтае и на Камчатке надо побывать, чтобы почувствовать, и Байкал, и чтобы красоту Зауралья, вот этой России мощнейшей. Поэтому, если вы против не будете, когда-нибудь я найду время для того, чтобы побывать там у вас. Наши граждане в свое время, это не секрет, и россияне, и белорусы увлеклись зарубежными воежами, но в последнее время, к счастью, растут объемы внутреннего туризма, особенно в России. Я всегда говорю Путину, что если ты хочешь увидеть самые прекрасные места, никуда не надо ехать. Все есть в России. Субтропики и горнолыжные курорты прекрасные. Лучше Красной Поляны в Сочи в мире нет курортов. Я видел в Швейцарии, в Австрии хорошие курорты, но это жемчужина в России. Есть где отдохнуть, и россияне наконец-то поняли, что отдыхать надо здесь. Беларусь посетили в прошлом году более 1 000 000 россиян. Я думаю, что могут приехать и больше, мы с удовольствием их примем. Едут они сюда не потому, что у них нет такого места, как Беларусь, а потому что мы к россиянам относимся с величайшим уважением. Здесь и безопасности для деток, для всех, и квартиры они у нас покупают, и дети их обучаются в наших школах, особенно москвичи. Поэтому, если у вас будет желание приземлиться где-то в Беларуси или людям из Камчатского края, мы с большим удовольствием вас будем здесь принимать и приветствовать. Словом, мы готовы сегодня обсудить любые вопросы, которые вас интересуют, и принять решение. Но вы побудете здесь, встретитесь с правительством. Если вас интересуют какие-то предприятия, все двери открыты. На все заводы, фабрики, частные, государственные. Посмотрите, что вам понравится. Мы готовы вам подставить плечо и готовы сотрудничать с вами взаимно. Покупать, продавать. Глубоко уважаемый Александр Григорьевич, в первую очередь хочу поблагодарить лично вас и всю команду за теплый прием. Мы действительно после долгого путешествия чувствуем себя дома. Все очень хорошо организовано. Мы долго готовились к нашему визиту, но зато он такой очень детально спланированный, и действительно у нас впереди интенсивные 2 дня работы с посещением предприятий, с тематическими совещаниями. И могу сказать, что за время подготовки мы уже достигли практических результатов. Мы цифры подбивали перед тем, как приехать. Сейчас сотрудничество Камчатки и Беларуси находится на историческом пике. Такого не было с постсоветского времени ни разу. Вот сейчас буквально сверяясь по цифрам с Алексеем Игоревичем, мы посчитали, что в 2,5 раза вырос оборот экономический буквально за 3 года последние. Конечно, еще впереди большой потенциал, и мы твердо намерены его реализовать. Несколько слов скажу по тем моментам, о которых вы уже упомянули и которые для нас принципиально важны. Я считаю, что, конечно, наш визит и символический тоже, потому что мы самый дальний регион России, и то, что мы уже активно взаимодействуем, означает, что Беларусь со всей страной дружит и активно работает. И мы на практике намерены это подтвердить. Действительно, на Камчатке, и это моя основная такая задача, основная амбиция – запускать новые большие проекты. Вы упомянули Пенжинскую приливную станцию. Я убежден, что этот стратегический проект в течение 5-7 лет будет реализован. И он в корне изменит экономику не только Камчатки, но и всего Дальнего Востока. Но, конечно, для его реализации нам понадобится объединить все компетенции.